А теперь о профессиональных художниках, чьи работы, тем не менее, тоже вызывают споры среди ценителей искусства. Трубка, которая таковой не является, ночная улица под ясным дневным небом и загадочный мужчина в шляпе-котелке – все это творчество Рене Магрита. В Тверском городском музейно-выставочном центре открылась выставка известного бельгийского художника-сюрреалиста. Чем еще интересна экспозиция, расскажет наш корреспондент. Рене Магрит – известный бельгийский художник-сюрреалист 20 века, автор множества картин со скрытым смыслом. Его философские произведения переполнены загадками и отсылками к искусству иллюзионистов. Рене Магрит создал огромное количество знаковых образов в культуре 20 века. И если молодые люди сегодня увлекаются поп-артом, сюрреализмом, таким художественным направлением, реализмом в живописи, то, безусловно, Рене Магрит будет им интересен. Пленительные картины, ребусы Рене Магрита побуждают нас к размышлению о парадоксальном устройстве мироздания, о природе зримого и незримого. Ведомые художником, мы попадаем в созданный им мир, где каждая видимая вещь скрывает что-то от наших глаз. Здесь Магрит, словно художник, одним движением руки меняет сущность предметов, заставляет летать камни, останавливает время. В Тверь приехала коллекция из 50 литографий, которую инициировала жена Рене Магрита, Жоржетта Магрит. Данные литографии были сделаны во Франции в издательстве Филиппа Марино. И можно сказать, что это подлинники. А насладиться миром иллюзий можно будет до 8 января 2023 года. Кстати, выставка бельгийского художника входит в программу «Пушкинская карта», так что молодежь от 14 до 22 лет сможет окунуться в мир иллюзий совершенно бесплатно.